Уважаемые коллеги, основой философии клиники «Доктор Вет. Город Рязань» является качественное оказание услуг нашим любимым пациентам. Это невозможно без внедрения новейших технологий и оборудования. Именно для этого мы обратились в компанию «Карл Шторц». И мы рады быть на острие новейших технологий компании. Мы одними из первых в России начали использовать ветеринарную эндоскопическую видеосистему Телепак Плюс новейшей генерации и убедились в высоком качестве эндоскопического изображения при компактных размерах. Для ветеринарной операционной это очень большой плюс. Сегодня мы получили гибкие ветеринарные эндоскопы диаметром 3 мм. Это позволит нам выполнять риноскопию, трахео- и бронхоскопию у собак карликовых пород и у кошек. А это очень непростые манипуляции. Это расширит наши возможности в эндохирургии при трансуретральных манипуляциях как у женских, так и у мужских особей. Возрастающая интенсивность ветеринарной помощи требует все большего применения одноразового инструментария, даже такого, как гибкие эндоскопы. И мы здесь рады быть пионерами. В этом видео мы работаем на новом эндоскопе от Карл Шторц с диаметром 3 мм и с рабочим каналом 3 френча. Данный эндоскоп может изгибаться на 180 градусов как в одну сторону, так и в другую сторону. При помощи него можно проводить такие процедуры, как ретроградную риноскопию, ларинготрахеобронхоскопию, цистоскопию трансвагинальную. При помощи него также можно проводить бронхоальвеолярный лаваж прицельный, что намного упрощает нашу работу. Сейчас я с помощью него проведу три диагностических процедуры. Первая – это будет у нас бронхоскопия, далее ретроградная риноскопия и цистоскопия. Наглядно вам покажу, как работает данный эндоскоп. Пациент пришел на диагностическую ларинготрахеобронхоскопию. Для начала нам необходимо провести баланс белого. Запись пациента уже идет. Автоматически она переносится в его папку и сохранится у нас на телепаке. Перед началом исследования необходимо снять голову пациента, ведь все животные внутри одинаковые. И можно приступать к процедуре. Открываем рот. Осмотр начинаем с области гортани, надгортанника. Видим, что надгортанник на месте, ретроверсии здесь нет. Коллапса гортани также нет, гортань хорошо проходима. Ниже голову. У данного пациента наблюдаем коллапс трахеи первой и второй степени, без перекрытия просвета. Кольца трахеи равномерно сохранены. Пациент на данный момент кашляет. Так, в области магистральных бронхов мы видим небольшой стеноз с уменьшением просвета бронхов. Коллапса бронхов здесь нет. С помощью данного эндоскопа можно пройти достаточно далеко, в том числе в бронхи второго и третьего порядка. Собака хорошо лежит? Да, в каудальной части трахеи есть небольшое сужение латеральное. Возможно, это анатомическая особенность данной собаки. Итак, у нас сейчас кошечка на ретроградную риноскопию. Начинаем с того же, с установки баланса белого. И можно приступать к осмотру. В первую очередь также осматриваем ротовую полость. Визуализируем ханы. Носоглотка хорошо проходима, стриктур стенозов не визуализируется. Ханы чистые. Носовые раковины мы наблюдаем. Ни воспаления, ни полипов, ни образований у данного пациента не наблюдается. Так, на данный момент пациент у нас на диагностической цистоскопии. Мы попали пациенту в уретру практически с первого раза. С помощью этого эндоскопа очень легко сделать. Наблюдаем уретру. Спокойно заходим в мочевой пузырь.
вся вода выливается. Задержи это. Мочевой пузырь чистый, без включения конкрементов и песка. Стенки не воспалены. Вот мочеточник, а мочеточник, наверное, не будем пробовать, да, заходить? О. Можешь пытаться. Еще один мочеточник, следующий. Вот так вот еще можно это сфоткать. Так. Ну, у него там автоматический кончик такой, ну, маленький. Этот цепан. Все, теперь понятно.